Всем привет! Как обещал, снимаю видео по станку. Сегодня вот приобрел железо для станка. Это профиль 60 на 60 миллиметров, толщина стенки 3 миллиметра. Также вот уголочек здесь у меня есть и швеллер 8P называется. Это у меня ось X. Так, пилил все хозяйство обыкновенной болгаркой. Такой вот болгарочкой Hitachi. Ушло вот кругу, вот столечко. Это все одним кругом я вот нарезал, то, что сейчас покажу. Вот, собрал кондуктор. Уже по испытанной схеме. Первый станок делали точно так же. Разметил на столе, сделал на столе разметку. Все проверил, диагонали и так далее, и так далее. По этой разметке прикрутил вот такие вот брусочки. Предварительно сначала брусочки были приклеены. У них были отверстия уже сделаны, приклеены точно по линии. Потом я их быстренько шурупами прикрутил. Здесь вот такой большой кусок. Так, как видно, все профиля вот по низу большие нарезаны. Осталось здесь вот, размечено. Вот. Здесь вот ушки будут. Ушки потом, сначала сварится центральная часть, буду сваривать на прихватке, а точечками. Конечно, полуавтомат, у меня сварка полуавтомат, не получится ее притащить сюда с баллоном. Баллон, сволочь, тяжелый, поэтому возьму проволоку, которая варит без газа, и на прихваточке соберу все здесь. Потом это все хозяйство увезу другу в гараж. Вот аккуратненько все отрезал. Получились достаточно ровные края. Их я еще обработаю предварительно. Потом все профиля будут зашкурены. К сожалению, ничего лучше не нашел. Зимой все заржавело. Все профиля. Профиля взял хорошие, ровненькие, отбирал. Вот. Сейчас кондуктор, в принципе, покажу, как сидит. Сидит очень мощно. Вот эти вот только вот крайние. Они будут струбцинами притянуты. Не хватило у меня ширины стола. Ну, бог с ними, ничего страшного. Вот, все на прихваточке соберем. Потом переверну. Вот так вот поставлю с другой стороны, воткну в кондуктор. И с другой стороны тоже прихваточек наставим. Вот сюда вот эти места, скорее всего, надо будет делать вставки и обваривать. Или, может быть, обойдусь каким-нибудь пластиком и его замажу герметиком. Наверное, так сделаем, чтобы профиль не потянуло. Просто сделаю вставки сюда и замажу герметиком перед покраской. Ну вот, пока все. Вот такие вот красивые детальки, обрезки. Это я торцевал края, потому что режут там неаккуратно. На металлобазе. Вот такой кусочек у меня остался от одного прогона. Потом сейчас покажу. Так. Вот. В компасе сразу не стал распечатывать чертежи, ничего, но сразу же в компасе непосредственно смотрел, какой размер мне нужен, и выставлял, пользуясь вот этим вот инструментом, называется авторазмер. Все очень просто, наглядно. Также здесь удобно можно померять диагонали. Кстати, вот этот вот размер диагонали. Диагональ большая, потом диагональ маленькая. Тут, ну, все, что нужно, любой размер можно вытащить и замерить. Так, ну вот, пока все. Друг не смог приехать, пришлось одному. Но потом он варить приедет уже он, потому что он в этом специалист. Очень хороший.
Так, ну вроде все. Пришлось, конечно, украсть время немного от работы с заказами, но деваться некуда. Станок тоже надо делать. Надеюсь, ребята не будут сильно ругаться, материться в комментариях, что вот ножами почему не занимаешься. Завтра попробую нарезать еще ушки. Размеры все есть, слава богу. И будет уже сварка. На этом все пока вроде. Будет продолжение, конечно же. Я, как обещал, от начала до конца покажу полностью. А, самое важное, сейчас, секунду. Также буду делать отчеты. Так. Это вот в одной фирме. На 1230 я купил железо. Вот в другой фирме. Еще на 1195. Итого металла у нас получается на 2300, на 2400. Ну, короче, на 2500. Металл подорожал. Считал я его по старому прайсу. Получается, получилось почти на 1000 дороже, чем я думал. Ой, немного простыл, извиняюсь. Ну вот и все. Ждите продолжения. До новых встреч, пока.